В районе низководного моста водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб. Авария произошла в районе заезда на низководный мост. По свидетельству очевидцев, автомобиль Toyota Probox двигался в сторону города. За рулем находился мужчина, он со своей супругой направлялся в сторону Зари. В районе Седанкинской развязки по неустановленной причине водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб уличного освещения. В столкновении со столбом машина отлетела на середину дороги. Очевидцы произошедшего тут же вызвали к месту ДТП врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД. Был мужчина за рулем. Сильно пострадал? Да, рука сломана, скорее всего, головой. Так, он один был? Нет, он был с женой. Жена лучше, но это скажут только доктора, потому что что-то болит. Да. А вы не видели, что с ними произошло? Нет, не видел. Просто влетело? Просто визг, да, удар, и все. После оказания первой помощи на месте происшествия водителя Toyota Probox госпитализировали для дальнейшего лечения. Пассажирка универсала от госпитализации отказалась. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Авария стала причиной огромной пробки со стороны Океанской по направлению к городу.